Ладно, все, вверх. Я поеду за бустом. У меня все под опасно. Контролем. Даже не спрашивай. Все под контролем. Через дом в купсе. Я ловлю мишек. Так. Опа-па-па. Но! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, контент-креатор, я же говорю. Ой-ой-ой. Какая прелесть. Привет, Ютуб, с вами Соу Ливер, и вчера с Мишустиком мы апнули в 2S1600, это GC2, и если вы не видели этот стрим, то вы много что пропустили, поэтому подписывайтесь на мой Twitch, а сегодня в 2x2 играть мы не будем, вместо этого мы пойдем в хуб с богом забытый режим, в который я не играл уже, наверное, год, тестить новую уличную карту, ну и посмотрим, что GC2 смогут показать в хубсе. Это какие-то другие, я тоже без пати, так это я, да? Так, я делаю фифтик. Ну... Теперь я был слишком низко, потому что чел, ну ты понял. Потому что чел посыл почву. Я верю там в тебя. Вау. Тач. Найс. Ну а дальше я что делаю? Тут нужно какую-то ротацию, типа круговую, сделать себе, чтобы бусты собирать. Потому что меня бесит, что я без бустов катаюсь. То есть нужно, типа, ехать... неплохо. Хорош. Ехать шотать, ехать бампать и по кругу, понял? Бусты собирать, наверное, так. Я просто не уверен еще, как ротация работает в этом режиме. С киков мы вроде справились. Так, буст собираю где угодно, да? Тут не страшно. Я отдал, наверное. Не, не отдал, показалось. Ну, он и пока стоит. Так, и ротируешь через дальнюю часть. Тут я разворачиваюсь, потому что это мой мяч. И тут я такой бэнг. И ты такой бэнг. И я такой, блин, ну и баунс. И он такой бэнг. И я такой бэнг. И я читаю это. Но он не... Тут будет мой буст. Не будет моего буста. Тут будет мой буст. Тут будет шот. Мисс. Мэ. Пока. Ого. Ух. Я задефал. Типа касание. Я тут это, фокусы показываю. Ладно, не показываю, показалось. Кстати, бустарфить в этом режиме совсем изи, да? Карта же маленькая. Как по мне, наоборот. Я слабенький. Наоборот, тяжелее, чем в нормальном уровне. А. Потому что маленькие расстояния, нужно перемещаться. Типа, можно буст сохранять. Кстати, возможно, насчет... Пока что единственное, кому я проигрываю, это себе, как у меня по ощущениям. Из-за непривычки этого режима. Ну да, я про это же. То есть, я вот, даже не столько непопадания меня смущают, сколько именно то, что я не понимаю пока, как оптимизировать свою ротацию. О, я нормально придумал, да? Я оптимизировал. Оптимизировал свою ротацию. А ну-ка, иди сюда. Тебя тоже оптимизируем. Звучит как, знаешь, какой-то киберпанк. Оптимизируйте себя. Я. Хорош, о май. После вчерашних арабов эти ребята вообще какие-то никакие. Ну это с утра, да, потому что мы играем. С утра вряд ли играют за дроиды. У меня утро не потому, что я встал недавно, а потому, что из ванны вылез недавно. Вот это чисто ванна, это утренний вайб. Ну, не ванна, душ. Так это ж прям вообще кайф. Тогда... А, ну нет, я думал именно ванна. Не-не-не, ванна это такая. Я обычно туда залезаю прям надолго. Тут у меня не было столько времени. Я слишком поздно встал. Вот тут я как раз таки поздно встал для ванны. Обычно, если я встаю рано, я что-то делаю, а потом могу себе позволить лишь просто амебой. Че вот мне делать с этим? Есть инфа? На. Показывай. Але, оп, мимо. Ага. Unlucky. Можно было бы, конечно, сразу. Но я бы не сказал, что эти ребята умеют играть в этот режим. Я так понимаю, данкмастера взять вообще легко, да? Ну, если ты плюс-минус там 1500-1600 имеешь. Да-да. Я думаю, мой поистай, в принципе, подходит под хупсы. Не так плохо. Ну, не, если его помывнить, то можно и до ГЧ3 дойти спокойно. А на ССО не рада еще? Я не знаю, я там не был. Как тебе? Как тебе даблтач? Ну ты вонючка. Я такой даблтач показал. А дальше у нас какой план в этом моменте? Они миссят. Да. Но они вообще ни почему не попадают. Надо пищу попробовать. О, мы же контент-креаторы в конце-то концов. Ловишь? Блин, мэбет. Он не попал.
Да, так и есть. Я ловлю мишечек. Так. Опа-опа-опа-оп. Но! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, контент-креатор, я же говорю. Чатиков отправляй. Ой-ой-ой. Какая прелесть. Ну, правда, отскок, но хороший. Не, ну, практически без душки. Душка зашива. Я не успею, кстати, на это. Ага. Не, ну парням явно не везет. Ага. Опс. Очень интересно. Я помню, как-то, короче, кто-то хостил. А, Джонни Бой хостил шоу-матч топовых игроков в Хупс. Вот, и там, конечно, такая скорость. Это прям шок. Там вообще прикол хайвелл хупсов в том, что там вообще люди не могут забить. То есть настолько... Ну, то есть там забивают в основном на демо и бамп. Потому что настолько хороший дефенс, видимо, в хупсы намного легче защищаться. О, хорошо приджамп научил. А есть кросс? Ну, там сложно придумать. На меня напрягнул. Я вижу, ладно, моя очередь последовать, походу. Не-не, чу-чу-чу. Парень, ты меня не видишь. Не-не-не, давай-давай-давай, пич-пич-пич-пич. А-а-а, чуть еще меня бампнул. Да, я видел. Ой, ты такое чудовище. Ладно. Ну тут вообще без шансов как будто. Мать моя женщина, зачем ему 2 раза 420 написано? Кажется, он не справился. Наверняка. А кто у нас летит? Понял. Они. А вот на это кто летит? Я лечу. Бью. Буст не взял. Два буста не взял. Я все видел. Он меня чейзит. Зачем? И он меня чейзит. Ладно, он не чейзит. Показалось. А, не прокнул. Тыку? О, мать моя. Парни. Я пройду? Разрешите пройти? У меня это... О, ебаны. Мисс. Да? Мисс. Ага. Тоже мисс. О, нет, КГ. Мисс. Да, все мисс. Парни, когда поворотом-то попадать будем? Я приджампну. О! Немножко ниже руля. Он забьет. Не, не забьет. Лучший голкипер. Ты забьешь. Я забью. Самый сильный. Поставим спокойную музычку. Правильно. Хотя нужно на самом деле, чтобы играть в пупс, надо просто ставить какую-нибудь жесткую рыбчину, чтобы ни одного слова не было понятно. Я в позиции, мишечка. Бля, не. Слез. Я в такой позиции был вообще. О, нет. Ну, как это прочитать? Поэтому иногда нужно заходить в тренировку. Ну, это даже с тренировкой было не Андрею прочитать, как у меня. Ты летишь? Ну, если посидеть там, не знаю, чуть подводишь именно для такого, то читаем. А-а-а. Я дома как бы. Понял. Я в позиции все еще. Ладно. Еще? Я перепрыгиваю кольцо. Как оно? Да душка называется. Душка. А спонсор сегодняшнего видео... Блять. Спонсор сегодняшнего видео — душка. Душка не души. Оп. Тысяча, одно лишнее касание. Ладно. My finest creation, yet. Да куда он? Ты еще забей там. У меня буста не было. Я подвинул, но он летит. Ого. Я что-то умею. Показалось. Катнул тебя, да? Не, ты заставил. Это твоя очередь. Я успею? Ну и да, срака. Чем? Да, я знал, что меня взорвут. Я думал, заблочить успею. А ну-ка, я возьму. Какое дело, он летит. У него звук вертолета на доминусе. 1v0. Хорош. А, нет, анлаки. Вверх, ловишь? Там Челси. Ладно. Да, там чел ушатался. И, наверное, самое обидное, когда ты вроде рассчитываешь, а потом... потом делаешь вот так вот. Возможно, я перестарался с тем, что я попытался коснуться максимально высоко, а он просто меня данкнул. Надо натренировать киков у себя. Да он меня данкает, как собаку вообще последнюю. А он типа... Надо сразу буст зажимать? Я вроде чилю еще пару секунд, а потом только буст нажимаю. Ну, не пару секунд, ну, понял там. Вау, он забрал все быстрее. Как будто они медленнее меня, и я просто бью. Блокиров очка. Происходит буст. Найс. Я ловлю, брат. Ух ты.
Ну, он вонючка. Зачем он так делает? Не ворот. Найс. Подожди, не в кольцо. Тут же нет ворот. Понимаю. Окей, пас назад. Окей, пас вперед. Я не могу, наверное. Не найс. Точный. Интересный тач. Почему я ему верю? Ай, фиг меня знает. Оу, ноу. Ну, я не попал. Я тоже, кстати. Я хотел этот отсок вниз, который. Да, я понял. О, это неплохо, кстати. А ну-ка. А ну-ка. Не, он хорошо читает этот момент. Стоит отметить. Кажется, это не вторая его игра в куб за всю жизнь. Неплохо. Как я это придумал? Пинч? Ну и срака. Тут пинчи тоже бывают хорошие, такие взлетают. У меня есть клип, короче, с Хупса, где на Бэтмобиле просто сразу от потолка в этот... От потолка себе в ворота. Ну, ты понял, короче, пинчит об стенку, и он в потолок, а ко мне в ворота сразу. Ты как там? Не справился? А там был опен. Это... Да, нет. Живем. Я на бэкборде. Я не попал. Но там через меня прилетало. Это не самая лучшая позиция на бигборде я выбрал. О, ма. Заскамили мамонта. Ну, это сделал. Да. А сейчас? Вверх? Он сейвит? Я первого бампнул. О! Я не могу. Нет буста столько. Я могу бампнуть его. Не успеваю. Ну, разминишься. Я не знаю, как это вверх. Сори. Дропнул. Твои ставки, что мне дадут? Я думаю, мне дадут даймонд до первого. У меня была платина последний раз, когда заходил в этот режим. С этого момента начинается хупс гринд. А что, я должен был лететь? Ага, я фейканул, мальчишек. Забивай. Ого, он еще и почти засейвил. Стоит отметить, у него хорошая была попытка. Так, это я лечу, да? Да. Ой. Вот так вот я пытался сделать в прошлые разы, но у меня не получалось. Но тут, наверное, он... Ого, найс приджамп, братан. А тут проще, наверное. Пас мне, пас мне. О, у него мустанг новый. Я хочу новый мустанг. Так, еще я хочу бампать и нормально ротейтиться. Ты как там? А я... Посейвишь, да? Найс. Подушка. Ого, влетел. Да, fuck you, ладермен. Тыку? Ё-ма, я не забью. Немножко не туда. Я еще и прав, у каши отскок. Ладно, ротируемся. Вот через твою попку ротируемся. Надо это, тебе. Окей, я возьму. А, ну, либо так. Я не видел. Ага, ладно, но он просто не попал. Фейкинг. Не очень фейкинг, ладно. Ого, ну туда их. Упи их. Бей свои, чтобы чужие боялись. Я пока это, просто цирковой актер. Не обращай внимания. О, это я сделал. Дайте мяч потрогать. Ладно, все, я поеду за бустом. У меня все под контролем. Даже не спрашивай. Все под контролем. Через дом в хупсе. Нормально у нас команда приджампа. I'm fullback. Не могу. Что-то угол сложный был. Я посмотрел на это и понял, что сложно. Я тут немножко катаю. Ну как немножко. Пак! Да не, я даже не планировал это. Вау. Ага, мимо. Вот это не мимо. Хотя, не, он никогда не пойдет. Забудь. Я тоже не попадаю. Ну и ладно. А, они там вдвоем. Я застопил одну. А, я засейвил! No. Я засейвил свой же шот. Ой-ой-ой-ой-ой, это что это было? Это он бэкфлипом так сделал? Я даже не знал, что у него будет тач такой сильный. Да ну как это происходит-то, я понять не могу. Ладно, надо, видимо, сохранять немножко буста на удар. Нужен гайд по кикофам в хупсах. Что так сложно? Я только в одном режиме кикофить научился. Опять надо в другом учиться. Что ж такое-то? Ага, попадали те. О,
ну, my bad, my bad. Опа, ну. Я на миду буста ставил. У меня буста дофига. Я тут не, не прекращаю чезить. А ну-ка. Так. Что ж, я не попадаю это пока что. Тороплюсь сильно, наверное. Я забрал. Даже не спрашиваю, как. Понял, не забрал. Вопросов вообще нет. 70 ПТС Enjoyer, если что-то у меня в этой вообще не попадается. Прошлое летело хорошо. Но над стабильностью в хупсах, конечно, работаем еще. Тут да, тут тяжело быть стабильным. Покажу киков, супер. Да, показывай мне стабильный киков. Вот, это уже получше. Это надо было буст просто сохранять под конец, оказывается. Опа-опа-опа. Уа! Понял. А. Это не по мою душу уже. А почему 0 буста на карте? АФК. Отказываюсь играть без буста. Кому жаловаться? Как у тебя дела? Чел выиграл сам себя. Мне хорошо. О, нет. А, душка. Душка душит. Да он бусты у меня ворует. Еще и сейвит. Что за человек такой? Я увлю. А, нет, кажется, тут не про меня игра. О. У, а. Я поймал типа. А что, все? А, победа. Сколько ПТС? 106. Ну нормально, ребят, я это фотограф, если кто спросит. Ну уже за соточку перешел, уже хорошо. Видеооператор. А! Немножечко не то, что я хотел видеть. Тут, кстати, фликт еще можно. Попробуй. А. Я попробовал, мне понравилось. Ой-ой, это мое. А, я хотел прижамп, но потом передумал. Ну, хорошо, забочу. Тут надо вниз лететь. Я летел вверх. А? Сработал. Как ты там? Я его бампил. Чуть-чуть. Суперфлик. Патрон. Не придумали. У-у-у. Я боулинг играю мустангом. Я победил. Короче, я готов. К чему бы то ни было. Ага. К этому я был точно готов. Это была не моя зона этого, не зона ответственности. Я на другой половине живу. Вот это ваш дефенс, это вообще не про меня. Ты прикинь, играть так, фупс. Разделить поле на двоих пополам, и все. Ну, оно нормально делится. Ловлю. Окей. Unlucky. Yeah. В смысле, lucky. Короче, ни хера не сделал, как обычно. О, мне после следующей игры должны ранг дать. ДГЧ получается... Ой, ДГЧ, ДССЛ где-то 260 ПТС. Всего лишь 200 ПТС ДССЛ? Звучит заманчиво. Звучит просто. Ладно, шучу. Мы просто еще не играли с хорошими игроками. Есть же люди, которые живут в этих режимах. У меня был момент, где мне нужно было... Что? Всего сколько? 5 игр ДССЛ. У меня был момент, когда у меня было 7 игр ДССЛ в дропшоте. Или 6, что же такое. Но потом мы... Мы потом 3 раза со стаком потом, играли. Да. Мы потом 3 раза играли со стаком, у которых 2 RLCS тайтла как бы было. И тут, ну... Все, то, что я был дропшот мейном, никого не интересовало. А кто у нас сейвит в команде? Понял, надо было лететь, да, на это сразу. Что-то я заговорился. Это похож на Смурфика. А кто Смурфик-то? А, вот этот на Финеке? Так у него же. Так у него же машина нормальная. Или ты имеешь в виду, что он бустит просто? Похоже на то. Не Смурфик тогда, а бустер. Йоу. Ха. Такое он не прочитал. Как ты? Как я их? Ну, хороший совет. Можем просто хороший игрок. На чем 2? Ну и что? Не. Ну давай так, если бы я прямо сейчас в соло зашел в эту игру на платину, то люди бы тоже подумали обо мне как о бустере. Согласен? Другое дело то, что... Ну для того, чтобы играть хорошо, нужно же... За что? Понять, мне? Как играть этот режим, логично. Наверное. Ну так, может, он хардстак. Бывший... Ты же на Ч2, давай так. У тебя был... Чё там? Ч3, и ты на Ч2. Следовательно, ну ты понял, да, логику? Да. Просто парень флексит, лучше у него в ротации получусь. В ротации. Он хороший первый касание сделал. Ума. Я не попал. Он попал, к слову. Я вот тоже не попал. А ты и я ты. Я тоже не попал. Он лаки, две душки мы уже собрали.
Не, друг. Я против арабов вчера играл. Никаких аирдрибов. Ой-ой-ой-ой, я тоже полетел зачем-то. Берешь? Да. Я бампнул время. Я бампнул время. Если кто спросит. Я тоже это услышал. Вот и наша часть сидения. Скива, в смысле. Не, ну если нормально прешерить. Да нет, вот это, например, я бы должен был забить, если бы да, я был со своим условно в этом режиме. То есть позицию я понял, а вот. Что делать с этим мечом? Вот с таким мечами что делать, это шок. Который ты не можешь шотнуть. Так надо было. Да, да. Он был первее. Первый. А, ну окей. Не хватит у меня. Нет, он старая. Будешь? Оу, найс, сейв. Ну, парень хорошо играет. Этот нет. Ого. Ладно, этот парень реально очень хорошо играет. Он просто не останавливается. В этом его сила. У нас пока что рота 100 поинтов. Не-не. Все не про меня. Я забью когда-нибудь. Ну, из хороших новостей, защищаться я уже начинаю лучше. Из плохих, этот парень выигрывает соло, и ничего мы ему не сделаем за это. Потому что забивать я им не могу. По-моему, ты забил свои. Живем. Вот сейчас у него нету быстро. Я попал вроде. Какой сейв. Хорошо сейвит. Да сейвить вот в этом режиме намного, конечно, проще. На чем он прыгнул? Не, вау, сейвить тяжело. Бам. Сейвить тяжело? Супа. Ну, в большинстве случаев, если хороший игрок, то сейвить тяжело. Ну, я к тому, что в целом забивать тяжелее, чем сейвить в этом режиме. Как по мне, не? У него бутс на гахве. А вот тут я не знаю. О, гол престижа. Ну, нет, там не было угла. Если бы я сразу полетел. Хочу с вами посидеть в углу. Гол престижа? Yep. Найс. Let's go. Блин, ранг не посмотрел. Какой? Ой, я согласен больше с ним играть. Да, мне... научиться перехватить его навыки. Ну да, мне нравится, что он делает. Но он не делает ничего сверхъестественного. Там второй тиммейт у него хороший был. Не, у него был не самый хороший. Мы победили его. У него хорошего был тиммейта. Хороший тиммейт. Да, мы победили, но он хороший был. В плане, он понимал, что делать нужно. А этот понимаешь, что делать? Ты сберешь же? Да. Ух, ну я еще вот с этим вот... На цивике надо шарика, поработать. Ага. Пока что он не выглядит как... Что-то мощное. Найс. Ладно, беру свой слово назад. Если берешь свой слово назад. А как взять назад свой слово два раза? Ты как бы берешь, но потом отдаешь, да? Ой, я, блин, буст бы. Найс. И миллион долларов. Не прокнул. Джамп у тебя. Ну, из плюсов я понял, как с ним справляться. Когда он чезит, я буду просто фликать первым. Другое дело то, что не всегда будет получаться. Вот он вообще был не в позиции, чтобы фликнуть, ну, подэфать. Душой полетел. Я мог, кстати, выиграть. У, какой или? Тач я придумал. Ну он уже... Или? Надо забить. Он лаки. Там тяжело было. Верю. Ага. Так, а еще у нас дальше кэппон. Я на бэкборде своем живу. Я планировал ехать в бусон, но планы поменялись. И я остался без бусона. Удачи, счастья, здоровья. Угу. Это по твою душу, да, я так понимаю? Да он... Если я буду... Короче, я понял, его надо фликать первым, он чистый араб. Это буста. Все еще? Нормально. Забери вот этот. Ага. О. Так, с арабами я справился. В этом режиме тоже. Да-да, ты летишь на все. Это мы уже поняли. Мне кажется, он рекаврится. Да. Ого. Я прочитал его рекавери.
Он таким кирпичом падал, знаешь? Как будто вот специально. Я хотел дабл-тач сделать. Так, а через дом в этом режиме можно вообще делать? Ну, кстати, нормальная тема. Open. Я споткнулся. Буст. Твой. Понял. Надо было кричать. А ну-ка, диста. Чудище. Не ты чудище, но он тоже чудище. Я споткнулся. Проебали? Не, нормально живем. Удачи. Кликай там первым. Ух ты, ё-моё. Ну если это гол, то гол. Они вдвоем тут. Ну, ладно. Бузбери там. Найс. Может быть еще тач? Не, я хотел взорвать его буст. Ну я старну. Ладно, не старну. Окей. Ладно, живем. А, он меня напугал! Фак, такой изи аэродрибл был. Ага. Он тебе вернул мяч. И я ему тоже, соответственно. Что происходит? Я взрываю типа на цивике. Ну, вниз, малю, вниз. Изи. Да, он все, он справился. Я говорю, я раскусил его бойстайл. Даже если у него буста не было, он мог на этот заехать, на стену. Не-не, я его просто морально уже победил, забей. Перехватил его скилл, я понял. Инициативу. Я прижал. Надо как-то вот. Так? Ну там. Ну он там сэвил, мне кажется. Бампнул. Тяжко будет. Я думаю, подефую. Мисс. Ты дефишь? Да, да, мисс. Слабость. Это, кстати. Если я собью этого чела со стены. Ладно, он не хочет сбиваться. Через дом? Через свои. Да не, не, ноль проблем. Мисс. Ой-ой-ой-ой-ой. Я уже начинаю попадать совсем прям. Так, это чё? Ага. Ну, как-то так. Но, блин, тут мои скиллы 2 в 1 здесь не работают. Слишком маленькое поле, слишком быстро ротейтятся люди. Как-то так. То есть тут нужно не 2 в 1 интегрировать, а 3 в 1 получается, чтобы нормально провести. Flee, small child, flee. Ой-ой-ой-ой-ой, хорошо. Ну я же все, говорю, как только я нашел кнопку ball chase, и все, видишь, сразу игра пошла. Как будто 2S, только арабы слабее. Или это чаще. D3? D3? Сколько ты там, данго скакнул? Нифига, я жестко. А как так, мы же не проигрывали. Я был платиной.